Вы прекрасно знаете, что звание Героя России и Героя Советского Союза – это государственные награды, которые может получить человек за особые заслуги перед Отечеством. Великая Отечественная, войны в Афганистане, Чечне, Сирии – это те исторические периоды, когда люди порой отдавали для Отечества самое дорогое, что у них есть – свою жизнь. Эти бесстрашные бойцы, а порой и обычные люди, никогда не будут забыты Родиной, а в знак почтения и уважения за их подвиг им вручаются золотые звезды героев, а также назначаются льготы и пенсии, присущие их высокому статусу. Всем привет, меня зовут Сергей Лактин, и в этом выпуске я расскажу вам о том, сколько получают денег владельцы золотой звезды героя. Многие совершили свой подвиг и остались в живых, стали примером мужества и патриотизма для всей страны, как, например, Денис Олегович Портнягин, ефрейтор сил специальных операций вооруженных сил Российской Федерации. В Советском Союзе было немало из своих героев. Кто-то получил высокое звание за ратные подвиги, кто-то за другие достижения. В Советском Союзе звание героя и золотую звезду получали, например, космонавты, которые, несмотря на опасность, открывали космос. Прежде всего, кавалер золотой звезды становился очень уважаемым и известным человеком. О нем и его семье знала вся страна. Все восхищались героизмом человека, чей подвиг был отмечен такой высокой наградой. Но и материальная сторона вопроса не была забыта. К сожалению, открытые источники не афишируют размер пенсии и выплат героям Советского Союза, однако некоторые моменты я все же вам расскажу. Во-первых, граждане Советского Союза, получившие высокое звание Героя Советского Союза, получали ежемесячные выплаты, размер которых устанавливался законом. Размер денежного довольствия часто изменялся, но определенное представление получить все-таки можно. Только за медаль в год Герою Советского Союза выплачивали 240 рублей. 20 рублей в месяц. Во-вторых, герой Советского Союза получал преимущество в очередях на получение квартиры, на приобретение автомобиля. В-третьих, герой Советского Союза имел право на бесплатный проезд в общественном транспорте, на скидки за проезд поездами дальнего следования, на скидки на авиаперелеты. А какие же льготы имеют герои России? Для героев России установлена основная денежная выплата ЕДВ, ежемесячная денежная выплата. В 2019 году она составляет приблизительно 60 тысяч рублей. Также выплачивается дополнительное материальное обеспечение в размере 16 тысяч. Пенсионеры, удостоенные звания Героя России, получают повышенную пенсию. Если сложить все выплаты, пенсионер-герой может получать около 80 тысяч рублей. Также стоит отметить, что Герои России полностью освобождены от выплаты налогов и сборов, имеют право на внеочередное обслуживание в любом заведении, обладают преимуществом при назначении на руководящие должности, иммунитетом к сокращению штата. Но где же героев чтили лучше? В Советском Союзе или в современной России? Нельзя однозначно сказать, что или в Советском Союзе, или в Российской Федерации героям относились или относятся лучше. Их уважали, уважают и будут уважать. Ведь их подвиг нельзя измерить деньгами.